введенный в международный зал боксерской славы бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис назвал ожидаемый исход второго боя Головкин-Канело. Это было интересное решение ничья в первом поединке, так как они встретятся снова, кто-то из них может сказать: нет, на этот раз я не повторю своих ошибок. Мои кулаки будут судить этот бой, и я не отдам его в руки судей, думаю, что это скажет Головкин. Трипл G известен как нокаутер. И после первого боя люди говорили, что он должен был нокаутировать Канело. Так говорили про них обоих. Так что это будет интересный поединок. Головкин, великолепный боксер, он двигается и старается нокаутировать соперника. Вы видите по его лицу, что он собирается сделать. Канело по-настоящему умный боец, он может действовать по-боксерски, а может быть агрессивным. В первом поединке с Головкиным мы видели, что он действовал больше как боксер. Я не знал, что он умеет так хорошо боксировать. Думаю, судьи этого тоже не осознавали, и не оценили его по достоинству. Во втором поединке я с удовольствием посмотрю, кем будет Канело, агрессором, боксером, или обоими сразу, но думаю, что на этот раз Трипл G постарается завершить поединок, досрочно, сказал Леннокс Льюис в интервью. Вы смотрели канал Fight Boxing, самые актуальные новости бокса и ММА. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе свежих новостей. Всем удачи!